Держись, дружище. Да они его, считай, помяли только. Папка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогаз их хоть верните! Там противогазы не Что было? Кит? Ух, и здоровый сволочь! Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Хорошо, давно не было. Кто вы? Сзади! Вечно!
точно найдется такой герой! А? Никого ты не спасешь, как и остальные! Так! А ну, все, не дергайся! Только не убивайте! Отпусти его! Помните, я говорил, был такой эксперимент... Заткнись! Артем, ты цел? Слава богу. Тебя не надо? Ну, вылезай тогда! Фигли тебя вчера кормили нам! Твою мать! Вали, козла, пока не подпалил тут все на! Сгорела шара на работе, на! Отдайте мне Гюль! Приведите ее, и все мы выиграем! Я получу Гюль, вы горючее! И все будут жить долго и счастливо. Ну что, пору... Расчеловый стул за тобой! Ты ответишь за все! И вот с этим я на месте. Занимаю ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь! Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову! Забыла, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Ты там жив? А, да что ж такое-то? Вот все! Вот все!
Присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артём, тряхнём стариной? Бери гитару. Спасибо, Степа.